Здравствуйте, друзья! Сегодня я на рыбалке. Буду добывать пропитание. Вопрос актуальный о пропитании. То есть можно еду покупать, можно ее добывать. Сегодня я буду ее добывать. Буду добывать ее с ночевкой. Вот такие вот места. Вода очень высокая. Раньше мы там ходили ногами и ездили машинами. Вот столько вот удочек. Вот так вот выглядит наш лагерь. Пока он еще не расставлен. Но сам факт, что мне нравится. Вот машина, а вот вода. То бишь, сколько тут? 2,5 метра. По большому счету я могу закидывать с машины. Вот это я понимаю. Не надо ничего тащить никуда. Вот такая вот красота. Не знаю, что будет слышно. Ветер такой сильный. Баллончик. Вечный товарищ мой. Жалко, не снял дорогу. Дорога такая нехорошая, сюда заехать. Но эксперт пробирается где угодно. Ладно, ждем поклевок. Я, значит, приехал сегодня с утра. И как таково, значит, уже вечереет. Пока результат, ну, так себе. Есть пару карпиков, один более-менее такой на троечку. И парочку таких по полторушке. Ну, и там карасики. Одна таранька. Ну, завтра, когда будем это все превращать в уху, я все это покажу. А карпы поедут домой, это уже будет жена с ними развлекаться. Шикарное место у нас, очень мне нравится. Мало того, это по большому счету это яма. Мы стоим на яме, хотя не в это время. На яме хорошо, сейчас рыба как бы, сейчас запрет, она не вестится. Мы ловим, как положено, на 2 крючка. Ну, у меня их 3 или 4. Ну, такое. Маломеров мы выпускаем. Я считаю, что количество крючков – это один вопрос, а маломерная рыба – это другой вопрос. Маленьких отпускаем, а больших, ну, скушаем. И мне кажется, все по-честному. Если я поймал, я могу ее скушать. Все, ребятки, давайте. Если будут интересные кадры, я покажу. А пока мы будем сейчас перевязываться на карпа и закидывать все на ночь. Ребята, такой вот маломерок, ему еще жить и жить, а он, дурачок, уже взял, клюнул. Идет плавать, идет расти. Иди позови папу, маму, бабушку и дедушку. Ох. Сейчас мы сюда. Пошел, пошел, торпеда. Наступила ночь, у нас на дереве вот такие вот светодиодные ленты от аккумулятора. И вот так вот выглядит наша ночная рыбалка. Там у нас костер, тут 2 палатки, 3, там в той вот старой советской палатке еще одна современная палатка. В итоге получается как бы, ну, с чехлом. Ну, у нас тут роса будет утром, это 100%. От того такие методы, меры, вернее, приняты. Я же буду спать в машине. Доброе утро. Прошла ночь. Никак не порадовала. Ничего не сработало вообще. Вернее, одна сработала, но холостую, без улова. Так что не знаю, больших надежд уже как бы нету. Вышло солнце, реально жарко. Ну, не знаю, как оно будет. Давайте я вам покажу, ну, одни из снастей, которые у нас с собой были, которые не сработали.
Вот такая вот снасть. То есть это пластилин, такой специальный пахучий. И один крючок. Вот такой вот 100-граммовый груз. Ну, обычно оно работает. Вот макушатник, то есть макуха такое, тоже один крючок. Но тоже оно ничего не сработало. Все, друзья, порыбачили мы, славно порыбачили. В итоге кругом бегом, ну, нормально. Я уже дома покажу то, что я поймал. Потому что уже сильно хочется домой, не хочется рыбу запарить. Сейчас еще покажу дорогу примерно какая. Она такая не очень, но я вам хочу показать. Вот, и это едем мы, значит, вроде как по хорошей дороге. А заезжали по незнанию по трошке другой. Там такое прямо, не знаю. А ты спросил у него? Я ничего не спрашивал, я смотрю, что машины сюда ехали. Они же как-то, не знаю, сейчас куда ты поехал? Наверное, так. Да мы еще хорошо едем. Ладно, я в другой раз покажу, как мы ехали плохо. Все, еще раз пока. До новых встреч.